Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Барри Алибасов вновь переписывает завещание. Похоже, что история с завещанием становится одной из ключевых в цепочке событий, произошедших с Барри Алибасовым. Первым о завещании заговорил адвокат Сергей Жорин, но, соблюдая адвокатскую тайну, лишь сказал, что какую-то часть Барри завещал ему, как своему душеприказчику. При этом Жорин, как показалось, даже не верил в то, что Алибасов может умереть, и публиковал фотографии с репетиции его похорон. После этого директор Барри Каримовича тут же заявил, что Алибасов завещание переписал и подробно рассказал, что и кому причитается. На фоне высказываний Жорина об адвокатской тайне выглядели такие откровения весьма странно. Вы не думаете? Тот же Сергей Жорин после этого сказал, что если Барри был в предсмертном и бессознательном состоянии, то ни один нотариус не взял бы на себя ответственность визировать его последнюю волю. Да и все нечисто было там с квартирой, которую Барри отписал сыну, хотя квартира юридически ему не принадлежит. И вот новое заявление от возвращающегося к жизни Барри Алибасова. Теперь он лишает сына наследства, поскольку тот, по его мнению, решил позаработать на его имени, пока тот был в коме. Ну а деньги пожертвуют в фонд защиты животных. Но, как кажется, завещание каким было, таким и осталось. А все эти истории с его изменениями не более чем обычный треп для того, чтобы публике было не скучно. А вы как считаете? И было ли вообще отравление? Как по вашему мнению? Или это все-таки продуманный пиар-ход? Поделитесь своим мнением. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!